Здравствуйте. А сегодня у нас будет бычок Джон. Такая себе просто мягкая игрушка. Приятная. В руках. Для малышей, скажем так. Ну, неплохой, наверное, и сувенир к Новому году. Пряжа у меня... Бычок сам белого цвета будет у нас. Он вот такой вот. Пряжа 100 граммах 200 метров. А вот носик у него розовенький, розовый. Вот такой толстой пряжи у меня нет. Поэтому я беру вот такую вот пехорку 200 метров в 50 граммах. Но буду вязать в две нитки. И получится как бы в 100 граммах 200 метров. Тогда, если мы вдвое сложим. Получим такую же толщину. Поэтому я буду вязать вот носик вот из такой пряжи в два сложения. Если найдете такую же розовую, то как бы тоже не помешает. Ее немножко надо, но все же надо. Вот. Черная у нас это копытца, поэтому ее тут совсем немного надо. В основном белый цвет. И одежка у него будет вот из пряжи потоньше. Здесь почти 300 метров, а здесь 300 метров в 100 граммах. То есть она потоньше, эта пряжа. Это мы будем вязать одежку. Одежку и пятнышки коричневые тоже будем вязать из этой пряжи. Начнем вязать с головы, с белого цвета. Да, и крючок у меня 2,5, я забыла сказать. В петлю амигуруми провяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали, затянули. Проложим маркер. И продолжим по 2 столбика из каждой петли. Вяжем 1, 2. Дальше 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. И 11, 12. Провязали. Следующий ряд вяжем 18 столбиков. Для этого 1 столбик из одной петли и 2 столбика из второй петли. 1, 2. Снова 1 столбик и опять 2 столбика. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд вяжем 24 столбика. Первый и второй по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1 и 2. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3 по одному из каждой петли. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1. 2, 3 и 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 3, 4 и 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Провязали до конца. Получили 42 столбика в этом ряду. Теперь провяжем 10 рядов. По 42 столбика в каждом ряду. По одному из каждой петли вяжем. Итак, я провязала только не 10 рядов, а 14. 10 мне показалось маловато, поэтому я еще 4 ряда провязала. Дальше вяжем. Теперь будем убавлять. Провяжем 1, 2, 3,
4, 5 по одному из каждой петли. 2 столбика провяжем вместе. Снова 5 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд. Следующий ряд вяжем снова по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 столбика провяжем вместе. Снова 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Получим 30 столбиков в этом ряду и провяжем один ряд 30 столбиков. Я провязала ряд 30 столбиков по одному из каждой петли, наполнила холофайбером. Это делать сейчас не обязательно, можно и потом, если хотите. Как правильно наполнять, чтобы не было комочков, и как правильно потом вязать, чтобы дырочки были поменьше, смотрите ссылку под видео. Дальше теперь будем расширять. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3 и 4. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 36 столбиков в этом ряду. Провязали ряд 36 столбиков, получили в этом ряду и провяжем еще 2 ряда по 36 столбиков в каждом ряду по одному из каждой петли. Вяжем 2 ряда по 36 столбиков, провязали, дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли, дальше 2 столбика из одной петли, 1, 2. Продолжим также 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, получим 42 столбика в этом ряду и провяжем еще 2 ряда по 42 столбика в каждом ряду по одному из каждой петли вяжем. 2 ряда по 42 столбика провязали. Дальше вяжем по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова вяжем 6 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 48 столбиков в этом ряду. Провязали ряд. Получили 48 столбиков в этом ряду. И провяжем теперь 2 ряда по 48 столбиков в каждом ряду. Вяжем 2 ряда по 48 столбиков. Провязали. Теперь вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли, дальше 2 столбика из одной петли, 1, 2, снова 7 столбиков по одному из каждой петли, 3, 4, 5, 6, 7, и опять 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, получим 54 столбика в этом ряду и провяжем 2 ряда по 54 столбика в каждом ряду. Вяжем. Вот такая вот фигура получается уже. И дальше теперь продолжим еще разочек, прибавим. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одному из каждой петли. 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 8 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, получим 60 столбиков в этом ряду. И провяжем 10 рядов по 60 столбиков в каждом ряду, вяжем. Я провязала 10 рядов по 60 столбиков в каждом ряду. Вот такая вот деталька, фигурка у нас получается. Дальше теперь вяжем по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 столбика провяжем вместе. Продолжим снова. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одному из каждой петли и опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем снова по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. Продолжим. Снова 7 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6 и 7. И опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 6 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5 и 6, и 2 столбика теперь провяжем вместе. Продолжим также. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли, и снова 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Я провязала ряд до конца и наполнила холофайбером. Делать сейчас это не обязательно, но если хотите, то можно. Следующий ряд вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Снова вяжем 5 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 столбика провяжем вместе. 1 и 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 36 столбиков в этом ряду. Я провязала ряд до конца. Следующий ряд снова вяжем по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 столбика провяжем вместе. 1 и 2 одной петлей. Продолжим дальше. Снова 1, 2, 3 и 4. И опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Получим 30 столбиков в этом ряду. Провязали ряд. Следующий ряд вяжем 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2 и 3. Дальше 2 столбика провяжем вместе. И снова 3 столбика. 1, 2 и 3 по одному из каждой петли. И опять 2 столбика провяжем вместе. Получим 24 столбика в этом ряду. Вяжем так до конца ряда. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 1 и 2 по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провяжем вместе.
И снова также один и второй по одному из каждой петли. И опять два столбика провязываем вместе. Вяжем до конца ряда. Получим 18 столбиков в этом ряду. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем. Один столбик из одной петли, два столбика вместе. И снова один столбик из одной петли и два столбика вместе. Так вяжем до конца ряда. Получим 12 столбиков в этом ряду. Я провязала ряд до конца. Следующий ряд вяжем все столбики парами. Первый и второй вместе, третий и четвертый вместе. И так до конца ряда. Если у вас совсем мало холофайбера, наполните. Но закруглять вот эту вот нижнюю часть не нужно, потому что здесь должна быть плоская часть. Это попа, на которой он будет сидеть. Поэтому ее не закругляем, чтобы он не падал. И холофайбер сюда подтягивать не надо. Вот как сейчас он уплотнен там, пусть так себе и будет. Здесь эта поверхность получится не очень круглая, а будет такая немножечко плоская. Закрыли все столбики парами. И теперь соберем все в пучок. Можно через одну собирать, если нитка толстая, чтобы не было слишком большой плотности. В остальном это ничего не меняет. Так, закрепим и завяжем. Вот так, отрезаем, заправляем внутрь. Маркер можно убрать. Внутрь заправляем этот узелок. Вот так вот. И вот у нас здесь поверхность такая немножечко вот плоская. Он вот может уже даже сейчас стоять, так сказать, ровненько. И вот такая вот форма у нашего бычка получается. Теперь нужно связать ему розовенькую мордочку, и более-менее он будет уже похож на бычка. Я взяла розовую нитку, как я уже говорила, она у меня в два сложения, потому что тонкая. Дальше вяжем один, затянули в петлю амигуруми один, теперь два, дальше 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель провязали. Теперь в шестую петлю провяжем столбик. 3 столбика. 1, дальше 2, дальше 3. За заднюю стенку петли вяжем все время. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. 1, 2, 3. И 4. И в последнюю петлю провяжем 3 столбика. 1, 2, 3 из последней петли. Провязали. Дальше теперь вяжем снова за заднюю стенку петли. 1, дальше 2. Дальше 3 и дальше 4. Захватываем. Теперь проложим маркер и начинаем вязать теперь за первую петлю уже предыдущего ряда из вот этих трех выходящих из одной петельки. Дальше вяжем теперь 2 столбика из каждой петли из этих трех. 1, 2, дальше 3, 4. И 5, 6. Провязали. Дальше продолжим 4 столбика по одному из каждой петли. Два, три и 4. Теперь снова по 2 столбика из каждой петли. 1, 2, снова 3, 4. И в третий раз 5, 6. Провязали. Дальше вяжем теперь опять 4 столбика по одному из каждой петли. 2, 3 и 4.
провязали. Следующий ряд вяжем 1 столбик из одной петли, дальше 2 столбика, 1, 2 из следующей петли, и снова 1 столбик, и опять 2 столбика, 1, 2. И в третий раз сделаем также 1 столбик из одной петли, дальше 2 столбика из следующей петли, 1, 2. Продолжим теперь 4 столбика по одному из каждой петли, 1, 2, 3, 3 и 4. Дальше вяжем 2 столбика из первой петли, 1, 2. Дальше 1 столбик из одной петли и снова 1, 2. И снова 1 столбик, и в третий раз 1, 2 и 1 столбик из одной петли, закончили закругление. Дальше 4 столбика по одному из каждой петли, 2, 3 и 4, провязали. Следующий ряд вяжем 1 и 2 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли, 1, 2. Снова 1 и 2 по одному из каждой петли. И снова 2 столбика, 1, 2. И закончим закругление опять 1 и 2 по одному из каждой петли. И 2 столбика из одной петли, 1, 2. Дальше продолжим 4 столбика по одному из каждой петли. 2, 3, 4. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1 и 2. Продолжим 2 столбика по одному из каждой петли. Второй раз вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. И 2 столбика по одному из каждой петли. И в третий раз то же самое. 2 столбика из одной петли, 1, 2. И 2 столбика по одному из каждой петли. Закончили закругление. 4 столбика по одному из каждой петли. Закончим ряд. Провязали. Следующий ряд вяжем 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 3 столбика. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. И в третий раз. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. И 3 столбика из одной петли. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжим по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4 столбика и 2 столбика из одной петли, 1, 2, вяжем дальше. Теперь 3 столбика, 1, 2, 3, по одному из каждой петли провязали. Опять 2 столбика из одной петли, 1, 2. Снова 3 столбика, 1, 2, 3, по одному из каждой петли, опять 2 столбика из одной петли, 1, 2, и 3 столбика по одному из каждой петли, закончим закругление, и продолжим 4 столбика по одному из каждой петли, закончим ряд. Провязали. Этого будет достаточно. Теперь вяжем по одному столбику из каждой петли, провяжем 5 рядов. 5 рядов я провязала. Вот такая вот получилась деталь мордочки. Теперь закрепим вот так вот полустолбиком и воздушной петлей. Я отрежу одну нитку покороче, чтобы ее спрятать, и одну подлиннее, чтобы ею пришить. Вот так вот. Заправим нитку эту в иголку и укладываем мордочку на место. Место мы выбираем произвольно, какое нам нравится, то и будет у нас
мордочкой. Вот так немножечко можно растянуть, чтобы она расширилась к низу. И вот таким вот образом ее укладываем вниз вот этой вот узелочком этим. Возьмем булавочки и вот так вот их будем укладывать. Вот этот вот, где узелок, вот эта нижняя часть у нас будет, мы ее направим вот так сюда вниз. Сейчас закрепим просто вот так вот, как бы вот тут вот внизу, немножко не доходя до самой шеи. Вот так вот. Теперь вот так вот распределим, чтобы оно легло равномерно. Вот так ровненько у нас. Вот здесь от низа. Вот на эту ширину все вот так вот ровно укладываем. Вот так сюда. Вот получается, скажем, от петли амигуруми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, можно в 12 ряд, чтобы оно пришивалось. То есть вот эта вот линия пришива у нас будет. Вот так вот закрепим здесь. И теперь закрепляем еще вот эти вот, оттягиваем вот так их в сторону на себя сюда. И вот так вот в стороны закрепляем одну. И точно так же оттягиваем в сторону здесь. Закрепим вторую вот так на себя. Вот так. Они немножко вот в этом месте как бы прижимаются, но вот сюда вот подтягиваются. Ну, потом, когда будет наполниться холофайбером, оно все выровняется. Это поэтому можно по этому поводу не переживать. И теперь здесь нужно внизу вот так вот немножечко вот эту вот часть прогнуть. Я хочу, чтобы она здесь вот так вот у нас немножко дугой такой вот так вот провисала. Вот я между ними с двух сторон. У меня получилась вот эта вот ниточка прямо по центру, как я смотрю. Поэтому я вот тут вот подниму вот так наверх, закреплю. Вот от шеи получается вот 1, 2, 3, 4, в пятый ряд аж. Вот так захвачу еще раз вот тут вот за эту петлю. И вот так вот хорошо закреплю. Вот. А теперь дальше захватываю вот эти петли, следующие, основание столбиков на мордочке, и иду вот так вот уже вниз. Еще вот так делаем и отправляемся еще вниз по диагональке. И следующую тоже так опускаем ниже. Вот так, аж сюда. Вот. А дальше вяжем по прямой. Вяжем, шьем. А дальше шьем по прямой. Уже вот так вот смотрим. Полукруг вот тут формируем. Захватываем вот так сюда один и второй столбики. Прямо еще пройдем. Вот основание захватываем. А теперь вот тут вот пойдем наискосок сюда. Булавочку берем, чтобы она нам не мешала. Разравниваем вот это вот немножко, чтобы было удобнее. И продолжаем пришивать вот так сюда еще раз. Вот так сюда уже наверх. И теперь по прямой вот так сюда наверх. Ряд, который мы считали, это вот этот, тут я оставлю отметинку и продолжаю вот так вот хорошенечко подтягиваем, чтобы хорошо сидели все ниточки. Вот так еще раз по прямой, а вот тут начинаем закруглять, чтобы выйти вот в этот ряд, вот в который нам надо, нужно уже вот так вот наискосок. Еще раз наискосок. И дальше выходим напрямую.
Тут пришиваем по прямой до тех пор, пока тоже как с той стороны у нас два стежка не будет достаточно для того, чтобы перейти уже вот в этот край. Вот, предположительно, вот в этот ряд нам надо, как мы натягивали. Значит, вот нужно, чтобы было здесь вот так по прямой, а здесь вот так один и второй раз наискосок. То есть вот до этой дырочки еще два стежка надо прошить по прямой. Одно основание столбика зацепили, и вот так второе основание столбика зацепили. Все, теперь дальше нужно будет идти наискосок вниз. Вот так вот один раз, как мы это делали с той стороны, чтобы это было, выглядело симметрично. Вот так и второй раз. И вот мы вышли уже в этот ряд. Вот так. Подтягиваем и пришиваем теперь сюда. Дошьем сюда до низа и наполним холофайбером внутри. Вот я наполнила холофайбером, и теперь нужно пришить вот эту нижнюю часть, так как мы пришивали с этой стороны. То есть сначала пришиваем вот так вот вниз, продолжаем ее пришивать. Вот наискосок чуть-чуть вот здесь. И еще вот сюда вниз. Теперь вот так по прямой. И направляемся наверх. Видите, вот теперь в эту точку, чтобы прийти, у нас вот как раз косые все идут. Вот мы и направимся теперь наверх. Вот так вот захватываем основание столбиков тут и основание столбиков на голове. Так, опять на мордочке. И снова вот там на голове. Вот мы приходим к той точке, с которой мы начинали. Вот так сделали. Вот так закрепили нитку здесь, чтобы она хорошо держалась по центру. И теперь...